Вокруг меня прекрасные люди. Куда бы я ни пошел, в какой бы части мира я ни находился, не проходит ни одного дня, когда бы я не видел слез радости и любви вокруг меня. Каждый день я вижу людей со слезами любви и радости на глазах. Я не думаю, что есть лучший способ жить в этом мире. Всем нам нужно стремиться создавать свой собственный круг радости и любви вокруг себя. Потому что если вы не радостны по своей природе, если у вас постоянно присутствует страх перед страданиями, вы никогда не будете идти по жизни широкой поступью. Вы всегда будете идти полушагами. Большинство людей ограничили себя просто из-за страха перед страданиями. Что со мной будет? Вот извечный вопрос. Что бы ни случилось, я останусь именно таким. Только когда к вам придет такая уверенность, вы захотите покорять вершины жизни и смотреть, что на них. При этом вы действительно захотите исследовать каждое измерение жизни, только если для вас не будет иметь значения, получится это у вас или нет. Итак, первое и самое главное, чтобы ваше внутреннее состояние не определялось тем, что вас окружает. Если вы привнесете один этот аспект в свою жизнь, у вас не будет страха перед страданиями. Как только исчезнет страх перед страданиями, вы без колебаний будете исследовать эту жизнь вдоль и поперек. Вокруг меня прекрасные люди. Куда бы я ни пошел, в какой бы части мира я ни находился, не проходит ни одного дня, когда бы я не видел слез радости и любви вокруг меня. Каждый день я вижу людей со слезами любви и радости на глазах. Я не думаю, что есть лучший способ жить в этом мире. Всем нам нужно стремиться создавать свой собственный круг радости и любви вокруг себя. Потому что если вы не радостны по своей природе, если у вас постоянно присутствует страх перед страданиями, вы никогда не будете идти по жизни широкой поступью. Вы всегда будете идти полушагами. Большинство людей ограничили себя просто из-за страха перед страданиями. Что со мной будет? Вот извечный вопрос. Что бы ни случилось, я останусь именно таким. Только когда к вам придет такая уверенность, вы захотите покорять вершины жизни и смотреть, что на них. При этом вы действительно захотите исследовать каждое измерение жизни, только если для вас не будет иметь значения, получится это у вас или нет. Итак, первое и самое главное, чтобы ваше внутреннее состояние не определялось тем, что вас окружает. Если вы привнесете один этот аспект в свою жизнь, у вас не будет страха перед страданиями. Как только исчезнет страх перед страданиями, вы без колебаний будете исследовать эту жизнь вдоль и поперек.